Так Один хочет то, что не в его власти. Хочешь сказать, он нацелился на Йотунхейм? Да, это одно из его главных устремлений. Но в этом же нет смысла, Мимир. Да? Где это я потерял смысл? Ты говоришь, что Бальдер выследил нас, чтобы найти путь в Йотунхейм. Но мы тогда еще сами не знали, что нам туда надо. Это бред. Но все-таки, вы направляетесь в Йотунхейм. Значит, он был прав. Я запутался. Ну, значит, ты меня слушал. Эти руны мы видели, но такие прочесть я не могу. Этим ключом мы можем открыть ту большую дверь. Идем посмотрим. Что случилось с Одином в Йотунхейме? Дальше события развивались стремительно. Великаны раскрыли хитрость Одина и его истинное желание завладеть их тайными знаниями. С помощью магии они изгнали Одина из своего мира навсегда. Разгневанный Один выместил зло на великанах Мидгарда. Тор обрушил Мьёльнир на каждого великана, которого смог найти. В бойне, что он учинил, не выжил никто. В другой раз продолжим. Тюра, вот она. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Йоса! Древо! Мы под залом путешествия между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Наверху!
Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Что там сзади? Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи, а без них... Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина и тени нет тоже. Аута. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть в дорогу? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Если хочешь разбить эти цепи, ты должен лично этим заняться. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно, но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может, вы с Тюром одинаково безумны?
Сын, здесь еще один. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король великан. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. И снова эти ловушки. За мной, Атрей. Сейчас вернусь. Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Это нравится, да? Рома!
я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Пора тебе действовать, брат. Теперь мы сможем расшифровать руны Нифльхейма. И еще здесь руна пути. Отправимся куда-то? Оставьте их в покое. Но это явно не про нас. Берегись!
Осторожно, сзади! Прости, я не готов! Это другой. Разнообразие – это очень важно. Просто ненавижу это. Знаю.
никогда не сомневался. Пока боги не подобреют. Долго ждать придется. Нет, это они просто нас ждут. Давай не будем говорить «перевернем храм». Это начинает казаться нормальным. Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Тюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно, но ни капли самоиронии, правда? Братья, я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. В
Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Там, слева. Отсюда можно забраться в зал путешествий. Видишь, Мимир? Никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра, поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. Ты сказал эти слова, Фрей. И я рад это слышать. А, храм так и задуман, вверх дном. Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы. Я уже не уверен.